надо было дома остаться. Ну что, демонстрирую, как надо переходить брод. Ага, вот эту вот протоку. Подручные средства. Называется слеги. Вот. Берем потихонечку, не спеша. Упираемся, чтобы не упасть. Упираемся, чтобы не упасть. Вот, господа, глядите, как надо тут все делать. Подручными средствами. Без боязни, без ничего. Сейчас кто хочет, попробуйте. Все очень просто. Не бойтесь, девушки. Дерзайте. Я вам показал наглядный пример. Вот. Чтобы не упасть, вас палочки держат. Окончательно. Если в руках у вас твердые, все, палки держатся нормально, вы перейдете за всякие влияния. Вот. И все. Вот, пожалуйста. Возьмите. Попробуйте. Я помогу вам, если что тут это. Оп. Подручные средства просто. А так, для всякого, надо, наверное, например, если вы куда-то пошли, уже предусмотрено надо быть. Какие-то лыжные палочки иметь, какие-то, собственно говоря, легкие. Или удочки, или что-то пустить, какие-то одеть с ножниками, свете попробовать кого-нибудь эту. Давайте я вам помогу. Как я вам сказал. Упирайтесь просто очень, супайте, вот так. Еще на этом доске супайте, оно катается. Вот, давайте руку вашу. Давайте. Так. Вот. Вот, видите, как хорошо. Ведь удобно, давайте, получим. Девушка, пробуйте. Возьмите. Тихо, осторожно. Вот так вот. Раз. Еще одну. Пойдите. Yeah.